вторая мысль вообще, для чего мы проводим эти мастер-классы, то, что дорога к мастерству – это дорога. И, как говорится, дорогу осилит идущий, да? Вот. И мой кодекс, я когда-то прочитал это в кодексе Бусида. По-моему, я, может, тебе тогда-то говорил, что это сказал Ямамото Цунотома. Беспринципно считать, что ты не можешь достичь всего, что достигали великие мастера. Мастера – это люди, и ты тоже человек. Если ты знаешь, что можешь стать таким же, ты на пути к этому. Вот. И этот принцип, он распространяется на все, чем мы занимаемся. От самого элементарного мы приходим к самому высшему. И одновременно и самое высшее является самым элементарным. Сегодня мы покажем, насколько сможем, всю ту дорогу, которую мы прошли в этой полифонии, на том месте, на котором мы остановились, и куда еще бы хотелось идти дальше и дальше. Музыка Баха, она, конечно, охватывает всю Вселенную. Здесь работают абсолютно все законы, и законы физики, и законы астрономии, и законы химии, и математики. Весь мир в музыке Баха. Это действительно так. Эта музыка совершенно бездонная. Ее можно рассматривать с любых абсолютно сторон. Как, начиная с самого, казалось бы, элементарного, структуры, строения, языка, как мы учим английский язык, да, как мы учим там, немецкий язык, учим слова. Также мы учим слова в барочном искусстве, да, потому что барочная музыка, она состоит из во многом риторических фигур, которые несут в себе определенный смысл. И можно играть эту музыку просто абстрактно, да, вот как, скажем, возвышенную музыку Баха, а можно при этом еще понимать речь, то есть то, что заложено в структуре самого текста. Отсюда же как бы уже и динамика, и в каком темпе играть, с какой артикуляцией. То есть это все как бы самое элементарное, то, что составляет базу. Это основа. Вот без этой базы невозможно двигаться дальше, потому что невозможно жить, не родившись. Вот такое может быть сравнение. И я всегда читаю эту лекцию как бы с позиции знания. И прошло, может быть, больше 10 лет, и я себе задал вопрос, а знаю ли я действительно Баха? И вот когда я задал себе этот вопрос, я не смог на него ответить, потому что, скорее всего, нет. И как говорил Сократ, я знаю, что я ничего не знаю. И чем раньше ты это поймешь, тем больше как бы будет возможности что-то действительно познать. И с одной стороны, знание – это база, но вот есть база как бы как школа, а есть постижение истины. И вот между школой и истиной еще очень большой путь, который приходится пойти, чтобы познать действительно саму суть баховской музыки, если это возможно. Вот. И как бы приближаться к этому центру, к сердцевине. Да? Потому что, ну вот как все большие музыканты, как там, не знаю, Рихтер, Гелевс, Соколов, все всегда они идут к центру. Вот, к истине. А музыканты, например, которые хотят больше себя показать, они выходят из центра и стремятся, наоборот, к окружности. Вот. Поэтому постижение истины – это не такой простой путь. Такой же непростой путь, как учиться музыке. Потому что поначалу все очень просто. Это басовый ключ, это скрипичный, это нота до, это нота фа. Это четвертый палец, это первый палец. Хорошо, дальше. Начинается динамика, да? Дальше начинается что-то, педаль подключается, дальше усложняется уровень сложности. Это тоже есть. А что над этим? Потом открывается художественный образ, смысл, чувство, состояние. Потом спрашиваешь, а что над этим? То есть вот как бы есть бесконечный какой-то процесс, и так вот это в любой музыке, даже можно сыграть пьесу за второй класс, там, не знаю, «Бабу-Ягу», но сыграть ее так, вот эти четыре ноты, что они пробьют до самого, что называется, сердца достанут. Музыка Баха в этом плане, она совершенно бездонная. Вот сколько в нее не смотришь, столько
она и открывает возможности для постижения. Вот. Ну, и вот я как бы задал себе этот вопрос. Сегодня мне бы хотелось и говорить из позиции знания, и с позиции незнания. Потому что есть еще понятие, это как бы эмпирический опыт, то есть опыт постижения, размышления. И это некоторая есть иногда даже опасность, когда ты слишком очень много знаешь, потому что это становится как бы некоторой догмой. Вот только так или иначе. Вот, допустим, в это попадают обычно музыканты, когда играют по редакции. Вот сегодня, кстати, у нас чистый нотный текст, уртекст. Я вам потом дам эти нотки, вы посмотрите, что мы делаем карандашом с нотным текстом. Вот если немножко поговорить о редакциях. Мы когда открываем, скажем, того же Моджеллини, мы видим, написано «Аллегро там мольто», там, или «Простиссимо», или еще что-то. Поставлен метроном. Есть указание динамики, есть указание артикуляции, есть педализация. Все есть. И задаешься вопросом, Бах ли так хотел? И Бах ли это написал? Потому что трактовка Баха, она подразумевает большое поле возможностей, то есть оно есть. Стилевое, да, то есть за которое, за рамки, конечно, лучше не выходить, потому что получится другой стиль, мы получим романтизм, получим Шопена, Чайковского, там, кого угодно, но мы не получим самого Баха. Вот, но эта зона возможностей есть. Но когда мы открываем одну только редакцию, да, то получается так, что выставленный темп – это уже штамп. Написанная артикуляция – это штамп. И как, например, я не знаю, говорят ли у вас там, ну, у нас так не говорят, но, наверное, где-то говорят, что... А почему вы играете по-другому? А почему вы себе позволяете здесь изменить темп, а здесь уже Бах написал так вот? Или здесь выставлен такая вот лига, а вы, допустим, здесь на стаккато играете. Вы что, послушали Гленн Гульда? Вот, это иногда слышно. Но на самом деле это, наверное, не так. Потому что, если уже говорить об исполнителях, да, есть такие исполнители, за которыми, может быть, хочется, ну не то чтобы им подражать, но ты берешь от них прием какой-то, да? То есть нельзя слепо подражать Гленн Гульду, нельзя слепо подражать Андресу Шифу там, или Розалин Тюрек, или еще кому-то. Потому что все равно нотный текст, он богаче. И поэтому вот я заранее как бы сделаю оговорку сегодняшнюю, что все, что я буду говорить, это не связано ни с подражанием никаким пианистам, не связано с подражанием клавесину, потому что вы услышали слегка как бы ясный звук, оточенный, и это может быть навести на некоторую ассоциацию с игрой на клавесине. Нет. Это именно игра на рояле, и все те принципы, которые мы применяем, они стилевые. Вот сейчас мы об этом будем как бы говорить. Поэтому о редакциях это вопрос скорее как бы, ну вот, не знаю, музыкальной совести, да? Потому что здесь, когда ты открываешь чистый текст, ты можешь сама его отредактировать, написать свою аппликатуру, выставить свои штрихи, если это, конечно, уместно, стильно, то тогда получается своя собственная редакция. И это не будет ни на кого похоже, потому что подражать можно, но искусство не в подражании. Искусство двигает искусство тот, который идет впереди других, который создал то, что никто не создал до него. Либо сыграл так, как никто не играл. Но это не значит, что надо играть вверх ногами, да? Вот. Но это значит, что нужно все равно искать подлинность, и любая подлинность, и то, что вот я вчера говорил, когда говорил о Гайдне, что, ну, вообще не только о Гайдне, о Моцарте, да, вот, вообще о любой музыке, что должна быть искренность. Вот если спросить, как бы подытожить мое вступительное слово, рецепт мастерства, это школа, база, то есть пианизм, это интеллект, эрудиция, вот, это открытое, искреннее сердце. Вот все вместе, три единства, оно рождает мастерство. И, конечно же, бешеная мотивация и каторжный упорный труд, потому что без этого ничего не будет. Итак, мы начинаем, значит, давай мы пройдем всю ту дорогу, с чего мы начинали работать над прелюдией и фугой. Прежде всего мы говорили с тобой о... Прежде всего, прежде чем, да, вот как сначала было
Сначала Библия музыканта. Сначала было время. Время, конечно. Сначала было время. Вот как... То есть ты правильно сказала форма. Форма – это ощущение времени. И вот для музыканта ощущение времени, особенно в барочной музыке, это основа постижения этой музыки. Потому что для, скажем, музыканта, воспитанного на классической или романтической музыке, мы мыслим фразировочным движением. У Баха мышление, оно как бы одномоментное, то есть из одного целого, из зерна, произрастает абсолютно вся форма. И также идет ощущение времени. Вот, допустим, когда мы играем самую простейшую прелюдию. Вот все одно единое движение нанизывается на ощущение такой вот непрерывности звучания. То есть вот это, скажем, если мы сейчас будем говорить только о прелюдии, то прелюдия, она вот такая монолитная. Она звучит от первой до последней ноты. Здесь нет фраз, есть единое построение, которое нужно ощущать как вот единый рикошет. Я часто это сравниваю с идеей большого взрыва. Вот почему я сказал о законах как бы вот астрономии, физики, что как вот идея большого взрыва, и Вселенная до сих пор она находится в движении. И вот, вот это движение с первой ноты. И вот ты как будто не дышишь до самой последней ноты. Это основа ощущения. Если ты в этот поток не попадаешь, уже чувствуется, уже тогда начинает выстреливать и артикуляции, и звук не тот, и там что-то вот. Как только попадаешь в поток, то есть натуральное движение. В этом плане тогда не нужно смотреть в редакцию и какой там метроном и подъем. То есть должно быть натуральное ощущение. Раньше, вот почему, кстати, не выставляли метрономы, во-первых, их не было, хотя пытались высчитывать по пульсу, замерять пульс. Вот человеческий пульс нормальный, это есть как бы длительность, которую считали. Ну, с одной стороны, как бы было вообще неприлично что-либо писать в нотах, и музыканты того времени, они все считывали из нотного текста. Тем более, что распространенная практика музицирования и вообще игра импровизации по цифрованному басу, она подразумевала, что музыканту дается только основание, гармония, бас, все, пьеса твоя, делай что хочешь. То есть ты сочиняешь пьесу. Вот. И поэтому темпы не существовали не в нашем понимании. Вот аллегро, там, модерато, анданте, они существовали только лишь как характер. Поэтому аллегро означало не столько быстро, сколько аффект, состояние, то есть весело. Или, допустим, анданте, это, ну, как-то более размеренно, а лярго не наше, не шопеновское лярго, а это лярго немножечко подвижнее. Потому что это как бы вот, ну, быстрый темп и медленный темп. Вот эти градации, это было не так распространено. Особенно это касается барочного концерта, вот когда части чередуются между собой в кратном движении. То есть получается анданте-аллегро, то есть четырехчастный барочный концерт. Вот такое же ощущение времени, какое-то природное, оно распространяется на всю музыку. Поэтому, с одной стороны, здесь как бы нет таких вот темповых обозначений, но есть некоторые как бы клише, да, которые позволяют угадать этот темп. Или его, скажем, почувствовать, найти этот натуральный темп. Раньше играли вот как чувствуешь, как дышишь, так и играешь. Это не значит, что можно играть вообще в каком угодно темпе, да, что раз нет никаких ограничений, все равно есть показатели. Прежде всего, это то, что, чем написана музыка. Если музыка написана 16-ми, то это достаточно подвижное движение. Если музыка написана четвертями, то четверти не могут звучать как 16-е. Да? Допустим, вот тема фуги. Совершенно потеряет свою
семантика. То есть каждая деятельность имеет определенную стоимость, и это все равно как-то ощущается. Или наоборот, другой пример, когда из 16-х делают 32-е. 16 у нас есть. Вообще целиком, то первое, что задаешься, это вот в каком движении играть. Потом уже артикуляция, потом уже все остальное. И есть некое тоже как бы золотое правило, оно не догматическое, но оно позволяет любой из циклов прочесть, не очень как бы напрягаясь, в каком же это темпе играть. А правило гласит, что соотношение темпов либо один к одному, то есть восьмушка прелюдии равняется восьмушке фуги. Или один к двум. То есть, ну вот, как бы, классическое соотношение, как и в барочном концерте, анданте, аллегро. То есть вы можете взять любую из прелюдий и фуг, абсолютно любую, и просто попытаться сравнить восьмушки фуги и восьмушки прелюдии, да, вот. Или там четверть, то есть смотря чем идет движение, чем вы пульсируете, точнее. Вот. Или один к двум. И практически во всех случаях отпадает тогда вопрос, в каком темпе играть. И не просто отпадает, оно получается естественно, натурально. То же самое, кстати, и в сюитах. При том, что жанры абсолютно разные, и алеманда, и куранда, и сарабанда, и жига, и паспье, и лур, и минуэт, то есть что только Бах может не напичкать, чем особенно вот английские сюиты, так что они намного богаче. И вот все танцы связывают все равно одна метрическая единица. Там где-то четверть с точкой равняется восьмушке, там где-то восьмушка равняется, допустим, четверти или там половинки сарабанды. То есть все это уравнивается, и это дает некоторую красоту и гармонию. Опять же, вот когда начинаешь играть вот здесь 90, а фуга там 98. И вот эта некоторая разбалансировка, она нарушает какое-то естественное движение, естественное течение музыки. Потому что весь цикл, он неделим. Нельзя сказать, что фуга отдельная, а прелюдия отдельная. И вот поэтому ради этого и одна связующая метрическая единица. Вот. То есть это, еще раз повторюсь, это не догматическое правило, но из опыта, практики, это скорее так, чем не так, чем наоборот. Вот. И когда встречаешь, допустим, один к трем соотношение, ну, это вызывает уже большие вопросы, потому что происходит огромнейшая разбалансировка. Вот. Значит, давай мы сейчас первое, что сделаем. Мы еще разочек просчитаем вот этот темп движения. Причем начиная от фуги. Потому что фуга – это все-таки ядро всего цикла, это смысл, основная мысль. Сыграй так, как ты мыслишь сейчас эту фугу. Сам, только тему. Тема фуги, она была как зерно, абсолютно единое, нигде не дробилась. О мотивах мы чуть позже поговорим, сейчас постараюсь сыграть так, чтобы это было.
не сыграть, а именно ощутить тему как, ну вот, как единый сгусток. Это мышление. То есть это делается не темпом. Мы сейчас неподвижнее просто сыграли. То есть можно сказать ученику, что сыграй просто быстрее, и оно как-то свяжется. А можно попытаться сыграть так, чтобы это было как вот одно дыхание, один всплеск, один импульс. Еще разочек. То есть мысленно ты как бы тему представляешь, как будто по вертикали оно у тебя вот уже держится. Особенности фуги. То есть такое вот движение, оно позволяет ощущать непрерывность, и тогда отпадает совершенно вот как бы дробление на фразы, на темы. То есть есть непрекращающееся единое движение. А там, где идет интермедия, мы запоминаем конец темы и аркой связываем его с последующей темой. То есть интермедия как бы звучит внутри. Потому что обычно мы говорим, что играй интермедии тише, да? А здесь работает закон не тишины, а именно мышления. То есть вот в мышлении так немножечко другие получаются категории. То есть уже не работает там громче, тише, скорее как-то вот эти связки. Они диктуют все остальное. И динамику, и артикуляцию. И теперь вот сейчас от этой темы давай мы попытаемся... Сейчас чисто математически, а потом посмотрим, подходит сюда это или нет. Да, еще разочек фуга, да, и посмотрим. Я делал такой сравнительный анализ, то есть это очень интересно на самом деле. И, кстати, даже когда слушаешь, пытаешься уловить, в каком он метрономе играет, метроном, да, все время движется. Нет такого, что все время абсолютно одинаковое движение, вот особенно в прелюдиях. Иногда 50, иногда вдруг 60, а вдруг иногда 70. То есть я был поражен, потому что, оказывается, время, оно абсолютно не метрономичное. Вот. То есть, ну, не поражен в том, что я этого не знал раньше, а в том, что у исполнителя может быть очень много таких вот градаций темповых. А Розалин Дюрек играет еще медленнее. А Андра Шип в два раза быстрее. И вот между ними огромное поле возможностей. То есть, а вот такой натуральный темп, он сразу снимает все вопросы. И поэтому не надо бежать в YouTube, чтобы кого-то послушать, можно сразу же, не глядя просто в чистый текст, смотря, да, не глядя в редакцию, можно определить это движение. Хорошо, значит, к фуге мы вернемся. Теперь ощущение времени здесь. Значит, как из единого зерна и немножечко проговорить о пульсе. Угу. Чем ты пульсируешь? Восьмым. Восьмым, да? То есть восьмые – это как мелкая пульсация. То есть первый как бы
бы ощущаются мелкие артикуляционные, да, на котором сидят все мотивы, и второй уже связующий, который идет четвертями. То есть получается и мелким пульсировать, и большим связывать. Вот как бы эти два пульса, они вместе сочетаются. Давай мы попытаемся это сейчас. Баса континуум, да, то есть сопровождение. То есть так это и было. То есть функция баса континуум не только поддержание гармоническое, но и временное. Вот это очень важно, как бы ощущать, что есть мелкий пульс, который передает не только гармонию, да, а передает еще вот это состояние аффекта этой музыки. Потому что если бы это было... Можем так вот просто четвертями сейчас играть. Ты играешь, как это играла, а я тебе... Это классика. Это Гайден, Моцарт и поздний Бетховен. У раннего Бетховена еще есть аллюзии на барочное время. Вот особенно, скажем, в первой сонате, которую мы сейчас играем с Катей, да? Вот во второй части вода же можно пульсировать и более крупными четвертями, и можно пульсировать и восьмушками. То есть тогда получается такая как бы аллюзия на еще барочное время. Вот здесь разница, по-моему, была сразу ощутима. Вот так мы попытаем в гайденовский минор, да, который мы вчера играли. Раз, два, три. А здесь три четверти композиторский метр, да, и один из пульсов у нас есть основной. Все равно четвертями, но мелкий, без мелкого пульса мы попадаем тогда в классицизм. Вот это важно, чтобы был обязательно мелкий пульс, потому что без него тогда совершенно другое ощущение этой музыки. И вся баховская риторика, вот это напряжение чувств, то есть это опять же постигается не умозрительно, потому что вот пульсировали так-то или так-то раньше, а это через ощущение, через опыт, через эксперимент. Вот сыграли так, и уже высокого смысла нет. Есть просто танец, размеренная музыка или движение к вечности. Вот от времени очень много. Вот сейчас получилось тебя связать, да? То есть такой же общий принцип и на всю прелюдию, от первой до последней ноты. Поэтому, если технически что-то не выходит, значит, это ты начинаешь уже отрабатывать, и сейчас мы покажем, как ты работаешь, и о времени немножечко сейчас понятно, можем пойти дальше. Теперь о языке. Значит, ну если вот выразиться на английский, это еще более-менее понятно. А вот латынь совершенно непонятно. Pasus duruscus, там dominus, patre dominus, dominus. То есть, когда мы там слышим какие-то вот такие латинские слова, для нас это... О, это латинский язык, все, это язык богов, неважно, что там они говорят, но это вот, это язык все. А им же раньше пользовались. И то же самое у Баха. Да, это язык богов, но он тоже несет определенный смысл. И чтобы этот смысл считать, нужно знать, из чего состоит эта музыка. Она состоит из мотивов. Вот, и как бы... И теоретиками это доказано, и практиками, и, собственно, Бах это настолько здесь ясно, что превалирующие мотивы – это ямбы, то есть ямбическое затактовое устройство музыки. Хаи тоже присутствует, то есть ямбы – это все время ла-та-та-ти, па-пам, та-та-та-ти-ра-та-та-ти, ра-та-та-ти-ра-та-та-та, па-пам, затактовый ямб. А хаи – это ти-рам,
тиром. Первая длинная, вторая на выдохе. Допустим, вот секундовые тонации плача, ламента. На стенку за окном, посмотрите, она вся состоит из вот этих маленьких кирпичиков. А видим-то мы не кирпичики, мы видим всю стену целиком. Так же самое, вот такое же устройство и у Баха. Мы видим один цельный монолит, который состоит из вот этих маленьких кирпичиков. И то же самое в нотном тексте. Все состоит из вот этих кирпичиков. Их нужно найти, взять карандашик, расчертить, и потом их ими не просто мыслить, их все время произносить, артикулировать. И очень часто эти мотивы имеют еще символическое значение. Могут не иметь, могут просто быть за тактовое движение. Причем это движение, вот я опять же почему с физикой это сравниваю, это как формула тока. Вот в школе мы все изучали, что такое ток. Ты это изучала? Ну, не скажешь, да? Физику прогуливала. Вот. Ну, ток – это направленное движение заряженных частиц. А музыкальный ток Баха – это направленное движение заряженных ямб. То есть баховское время – это непрерывный ток. Вот он нигде не должен прерваться. И вот эти ямбы. Впитать, то есть с одной стороны есть полнейшее мышление вот такое одномоментное, и есть в этом же мышление микромотивами, то есть одно другому не противоречит. Скорее одно вытекает из другого, из непрерывного, вот как цепь, да, цепь между собой связаны, из непрерывных таких мотивов складывается такой большой макроямб, большой-большой ямб. Сейчас, пожалуйста, покажи мне в отдельности, как ты работаешь над мотивом. С самого начала. То есть, когда мы учили... Да, сначала, сначала просто строение. Пока еще человек не достиг скорости света, может быть, когда-нибудь в будущем или в каком-то более лучшем мире человек будет летать со скоростью света. Но вот фотон – это постоянное движение. Вот такие же фотоны, они горячие и они очень светлые. Это к вопросу, кстати, вопросу об артикуляции или нет подражания сейчас у Виктории, скажем, какому-то исполнителю или какому-то инструменту. Само устройство и свойство ямба, оно таково, оно не может быть... Также очень часто мы слышим...
конечно же, когда мы слышим другой вариант, это обычно сразу же, во-первых, режет уши, потому что мы привыкли к другому варианту. А с другой стороны, это, опять же, не есть подражание, вот еще раз об этом говорю, а это именно строение. То есть это нормально для такого как бы барочного устройства. Плюс это все насаживается на ощущение времени. То есть само время, оно как бы тоже диктует артикуляцию. Одно выходит из другого. И когда я играю, допустим, эту доминорную, я это чувствую внутри. Как ты сейчас играла, я был визуализировал этот пульс, который сейчас был. Но это то, что ты тоже внутри должна чувствовать. Вот. То же самое, кстати, вот по этой маленькой прелюдии. Пусть тоже взять карандашик, это расчертить. Я вот такими скобочками это черчу. И тоже получается лирическое. Из этого складывается бесконечная дорога, вот как бы создание Вселенной в одной маленькой прелюдии, как, не знаю, построение пирамиды. Да будет так, да, то есть утверждение истины. Это лирическое мышление. А теперь сейчас сыграю хорически, послушайте. Сейчас я вообще ничего не артикулировал, ничего не слушал. Первый раз, еще раз обращаю внимание, что каждый мотив, он доводится до конца и как-то вот с небольшой, маленькой микроцезуркой. Абсолютно неуловимо, если специально об этом сказать. То есть нельзя играть так. Это уже будет слишком вычурно, и это будет из красоты архитектуры выбиваться. Вот это основной принцип. То есть мы как бы сегодня смотрим, может быть, один из самых как бы высших образцов баховской музыки. Ну, выше еще, конечно, искусство фуги. Вот. Но это все начинается с... самых простейших вещей, или, допустим, в самой первой инвенции. Состоит вся эта музыка. То есть практически вся музыка Баха, она из этого состоит. Значит, абсолютно весь текст ты так учишь. Дальше, значит, из этих мотивов получается некоторая комбинация, так? Mm-hmm. Расскажи, что это за комбинация? Как я понимаю, идет речь про комбинацию ямбов и самоартикуляции. И как это идет в голосоведении? Голосоведение у нас получается 16-е, даже если мы там посмотреть, 16-е сначала в правой руке, потом в верхнем голосе. Давай, голос, чтобы у нас не было. Да, сначала в верхнем голосе, потом он переходит в нижний голос. Как сделать так, чтобы некоторая игра была слышна и понятна, что это не одно и то же, что это как вот братья-близнецы. То, что я играл здесь, это, кстати, одна из важнейших тоже полифонических игр наряду с артикуляцией, когда заданная тема, как вот тема фуги, да, она же проходит в разных голосах, и мы эту тему должны узнавать. Потому что тема это, ну не просто тема, это имитация, прежде всего. То есть эти имитации мы узнаем. Такие же имитации, они есть в любом полифоническом тексте. И поэтому эта имитация, она должна быть так же реализована, как и в первом. Прямо по
проведение. Да, то же самое. Покажи, как ты это учишь. Я учила двумя руками. Да, то есть, чтобы свести абсолютно две руки как бы к одной, то есть, как будто играет одна рука. А скажи, вот так вот можешь показать, как ты учила? Да, то есть такой трюк мы тоже делаем, чтобы не важно вообще, какая играет рука, это всего лишь мышление. То же самое, кстати, можно проделывать с очень способными детьми в инвенциях, тоже заставлять их менять руки, чтобы они просто играли это разными руками. Это очень сильно развивает мышление, потому что нет привязки к левой и правой руке, а есть просто мышление голосоведения. Вот. И еще мы забыли сказать, что мы проговорили сейчас о строении, о структуре, о времени. Теперь об ушах, чтобы добиться этих имитаций, чтобы они были не игрой по сопрано, да, потому что как мы обычно слышим, вот когда идет имитация, допустим, с самого начала. И дальше, когда имитация переходит сюда, в нижний голос, продолжается у всех, у 99%. Всегда по сопрано. Это значит что, Вика? Не развито вообще на левое ухо. Немножко громче говори. Не развито левое ухо, ну и баха, это ж и фуга построена на голосах, темах поведения в разных голосах. И в прелюдии то же самое. Как ты понимаешь левое ухо? Что значит левое ухо пианиста? Когда я начинаю с верхнем голосе, я продолжаю абсолютно точно так же, как я слушала верхний голос. Это немножечко непонятно. Объясни, что такое что значит слышать левым ухом и правым ухом. Можешь ты это своими словами сказать? То есть я это смогу сказать, но мне хотелось бы, чтобы ты тоже немножечко вот обратная связь. Одновременно два голоса, то есть я их слышу. Да. Но вот игра по сопрано, это значит, что работает... Только по моему. Да. То есть все, что происходит в нижнем голосе, мы как бы не слышим. Почему? С одной стороны, потому что мы воспитаны на... Что всегда вверху мелодия. Опять же, романтический стиль. Поэтому мы все фуги, бах, все играем всегда только по сопрано. Кстати, даже у больших мастеров иногда это тоже... Слышно, что все, что творится в нижних голосах, оно не осознается. И вот это умение переключаться с правого на левое ухо, особенно в имитации, и особенно заниматься только левым ухом, то есть отдельно, это очень важно, потому что тогда оба голоса... Что такое полифония? Это когда слышны оба голоса, и оба голоса, они друг друга не похожи. А если похожи, то эта имитация тут же... узнается и передается. Значит, сейчас мы про мотивы немножко проговорили. Давай мы попытаемся поработать по голосам. Значит, мы затронули тему имитации. Из этих имитаций получается как бы некоторая змейка, которая идет через всю прелюдию. Мы эту змейку находим, ее выуживаем, да, размечаем, и потом включаемся теми ушами, в каких голосах идет проведение этой имитации. То есть или в нижнем голосе, или в верхнем. Сейчас, пожалуйста, сыграй мне только эти имитации. Там есть еще вторая имитация. Покажи ее тоже.
Что-то подчеркнуть главное, да, я делаю это артикуляцией или интонацией, повышаю интонацию, либо ее приглушаю. То есть в данном случае артикуляция, она позволяет передать характер, эффект состояния музыки, и в самом же ямбе, как я говорил, содержится эта артикуляция, поэтому это не может быть таким вот, как вот раньше играли, толстым нон-легато, таким вот тяжелым весовым, немножко все утяжелее. Ну, естественно, легато тоже не может. Вот, то есть это такой пружинистый штрих, как бы вот деташе. Ла-па-па-пам, ла-па-па-пам, то есть получается... как в сонатах Бетховена, вот когда мы достигаем пика, кульминации, вот, а идет как бы заданно. С одной стороны, да, это можно сказать, что как бы свойство старинных инструментов, что было два мануала, но опять же, это опять же выходит больше из строения самой музыки, нежели от подражания инструмента. То есть, ну, есть много разных точек зрения. Мне кажется, что во всяком случае на рояле, когда мы играем, то подражать не нужно инструменту. Элементы могут быть какие-то, но все это идет из структур. Так вот, возвращаясь к динамике, есть понятие террасообразная динамика. То есть, когда динамика идет большими вот такими тоже блоками, монолитными, и в какой-то момент происходит кардинальная смена динамики, мы переходим как бы на другой мануал. То есть все это позволяет ощущать форму более длинными построениями. И такой прием мы здесь применяем, когда возникает следующее построение. Вот. Здесь мы берем даже левую педаль. Не знаю, насколько это уместно, может быть, на этом инструменте. Это тоже надо смотреть. Вот. Но иногда левая педаль не для того, чтобы тише, а для того, чтобы качественно изменить звук. То есть звук приобретает совершенно другую краску. И отсюда как бы возникает ощущение перехода в другую сферу. То есть именно вот мышление такими длинными блоками. Давай мы еще разочек с самого начала, то есть сейчас. Ощущение времени на первом месте, на втором месте у тебя идет исполнение, да, артикуляция ямбов, мышление имитационное и мышление имитационное. Mm-hmm.
заходишь в Маджулини, но я лично не заглядываю, но просто вот видишь эти обилия диминенда и крещенда, и особенно в ми миноре, когда он делает подход к... в ми минорной прелюдии, он делает подход к престо, там сначала стоит медленный темп, или я уже не помню, там, по-моему, нет даже обозначения, или... Анданте, вот, а потом стоит престо, и вот к этому престо он делает увеличение акселеранда, прямо пишет, и получается как бы вот такой вот сдвиг. Это тоже не характерно для барочной музыки, только сопоставление. То есть если ты играл чтобы не ввести в заблуждение, он как раз и пишет престо. Это и является синонимом того, чтобы пойти в два раза быстрее. Хотя это не всегда так. Допустим, когда Бах пишет престо в до минорной, это не означает, что нужно в два раза быстрее играть, потому что основной темп все-таки это аллегро. Вот. Ну, сейчас мы до минора не будем касаться, как-то, может быть, я даже отдельно запишу видео, сделаю так, чтобы именно больше проговорить о каждом. Сейчас мне важно, чтобы мы по всем принципам прошлись и еще немножечко дальше двигались. Значит, пожалуйста, вот этот переход к субитации. Да, да. Хотелось бы, чтобы наиболее было точное ощущение такого тикающего времени. Как вот есть некоторые, как вселенские часы, которые тикают во Вселенной, вот так же здесь, когда ты подключаешься в это биение. Потому что здесь где-то оно есть, где-то скрыто, где-то идут 16-е, а здесь время прямо в чистом виде. Как раз это краеугольный камень всего смысла музыки Баха. То есть даже если не говорить еще о риторических фигурах, само устройство, вот оно... И вот благодаря этому устройству появляется эта синкопа, которая все время... Как бы все время начинается мотив со слабого. И здесь это особенно должно быть чувствоваться, что ты играешь не... полифонию.
интонации. Теперь все вместе. Да, и вот, кстати, на этом инструменте даже, может быть, не обязательно было нажимать левую педаль. Она очень качественно меняет, и получается, они немножечко выбиваются. То есть это можно немножечко приглушить и руками, и пальцами. На каждом инструменте это по-разному. Ну что мы еще в прелюдии не посмотрели? Ну, мне кажется, что как бы как основа это достаточно. Ну, может быть, украшение, да, вот чтобы все-таки тарадам на первую. Да. Да, и потому что как раз вот эти восьмушки тоже я могу. Как мы покупаем, там, не знаю, пакетик чего-то, мороженого, да, и смотрим. Сахар, глюкомат натрия, сорбат калия и химикат такой-то вот, от которого лысеешь, там, толстеешь и тому прочее. Вот в данном случае смотришь на текст Баха, Бах сам говорит и в какой динамике играть, и в каком темпе, и с какой артикуляцией. То есть мы, по сути, можем бы стать вот, как барочные музыканты. Все выуживается из текста. Вот почему с чистым текстом, уртекстом, и не страшно заниматься, если просто взять карандашик. И первое, что мы пишем, это выставляем, размечаем мотивы, выставляем кратность пульса, то есть четверть равно четверти, четверть равно восьмушке, или там наоборот. Обязательно ставим аппликатуры, то есть на первый урок у нас всегда наизусть и проставленная аппликатура. Такое требование сложное, я понимаю, вы сейчас перемигиваетесь, улыбаетесь, да, но все стараемся, кто как. И раз в неделю? Да, нет, да? Два раза в неделю. Два раза в неделю? Да, да. Со студентами у нас спаренные уроки, мы занимаемся... Повтора? Да, с консерваторскими. Ну, лично я так, потому что наиболее эффективно, когда даешь... Спаренные и два раза в неделю. Не-не, получается как бы, ну, полтора часа. Один раз. Да. Потому что за 45 минут очень мало что-либо можно успеть, а за полтора часа уже более взрослому человеку, с ним не нужно каждый день сидеть, в общем-то, учить, и даешь толчок, ему недели хватает на то, чтобы сделать задание. А в колледже два? А, да, в колледже, конечно же, нужно чаще встречаться, потому что... Но день... уроки по 45 минут или 60 час? Официально 45 минут, а занимаемся мы столько, сколько надо. С Викой можем заниматься и 2 часа, вот, и 3 часа. Столько? Ага. У меня никогда нету лимитов с учениками. Сколько приносят, столько мы сидим. Или до тех пор, пока, скажем, ученик не сидит уже с такими глазами, зевает, я устал. Отпустите меня, пожалуйста. Ну, все тогда, значит, я его тогда отпускаю. Ну, такого, что заниматься по часам... Ну, просто нереально, конечно, такую программу. Нереально. 45 минут это... Да, да. Но сейчас, так как мы находимся в такой вот как бы очень быстрой системе, Вика уже успевает это немножечко быстрее делать. Ну, где-то год ушел, может быть, меньше, да, вот полгода... Месяцев 7-8, да, что пока мы друг друга поняли, и она поняла этот язык. А начали вы с октября прошлого года, да? Да. То есть сначала... Это был первый курс. Вика сначала консультировалась, просто приходила, да. А сейчас как бы уже поступила, занимается. И, в общем-то, это дало возможность подготовиться и к темпу работы, к темпу движения. Потому что иначе бы с бухты-барахты мы бы год как раз у нас бы выпал, потому что... Познакомиться с системой – это трудно. Вот. Но это самое элементарное. То есть это сейчас вот я все-таки хочу, чтобы я свою мысль первую довел до какого-то логического конца, что сейчас может казаться, что это сложно, но это самое начальное. То есть то, с чего мы начинаем работу с учениками. Теперь мы переходим к фуге. Значит, движение мы определили. Сейчас, пожалуйста. Сыграешь мне парами голосов, значит, работа в фуге у нас прежде всего сводится к построению темы, вот мы ее уже выстроили,
Может быть, мы не проговорили о самой теме довольно немножечко. Мы ее выстроили как бы временно, а теперь хотелось бы, чтобы и смысл. Смысл здесь тоже был. По символике это, если ты помнишь, цикл. Это изгнание торгующих из храма. Но здесь как бы важно не то, что это привязано к ассоциациям Яворского, да? Да. А скорее к тому, что если мы говорили о иамбическом строении, оно тоже здесь есть. И я сказал, что не каждый ямб является риторической фигурой. Здесь уже есть риторические фигуры. Первое – это восходящая кварта. Символ веры. И следующая фигура, одна из самых популярных в барочной музыке, Passus Deruscus, нисходящий хроматический ход. Есть еще Sanctus Deruscus. Вот этот Passus Deruscus, он очень часто используется музыкантами. Самый популярный – это мотив креста, вот он был, я уже играл. Символ веры. Символ причастия, чаши – это четыре четверки идущие. Тема циркулята именуемая. Естественно, секундовые интонации вздоха, плача. Резкие скачки. Это тирата, выстрел. Вот такой резкий скачок. Или наоборот, когда идет плавный ход вниз. Вот помните, я вчера вам показывал, да, в семинорной. Скорбная интонация оплакивания. То есть очень часто музыка, она как бы чуть-чуть звукоизобразительна. Как пишется мотив, о том он и говорит. Это у романтиков мы все время вот внутренний мир раскрывается через гармонию, через какие-то особенности. А очень многое у Баха, оно как бы, ну, если можно так выразиться, о музыке, оно схематично. Вот, поэтому здесь вот это восходящее... фигура и нисходящая плача, страдания, она как бы символизирует, ну, ассоциация это, что каждый, кто хочет быть возвышен, будет унижен, и наоборот, кто из Библии, кто унизится, тот будет, кто будет унижен, да, тот возвысится. То есть, кто хочет быть наверху, да будет внизу, да. Это как раз вот изгнание торгующих. Вот в этом это немножко перекликается. Но здесь это не обязательно, чтобы ты это ощущала как определенный сюжет, скорее как настрой, восходящая, проинтонированная кварта и нисходящий ход. Причем, вот если уже говорить о том, как выстраивается эта тема артикуляционно, вот если вы послушаете Гленгольда, у него идет потом в конце стаккато, и получается очень весело и танцевально. Нужно все-таки, чтобы... артикуляция исходила из смысла музыки. Вот. Попробуй сейчас выстроить эту тему.
Да, значит, здесь мы ее выстраиваем звуковысотно. Опять же, по поводу динамики, очень важный момент. Мы не играем вверх диминендо, а вверх крещендо, а вниз диминендо. Мы слушаем, как вот, как будто каждая нота на рояле, она задана по звуковысотности. И сравниваем, это выше, а это ниже. Самая нижняя и самая высокая нота. И слух настраивается не на громче, тише, то есть не работает динамика сейчас, а на выше, ниже. Покажите. Сейчас мы делаем только контур темы. Мы убираем 16-е заполнение. Только положение ноты выше, ниже. И запоминаем. И выстраиваем теперь весь аккорд, как будто это берет хор одномоментно. Да. И теперь в эти ноты нужно просто попасть. Классического, романтического. Если я сейчас сыграю классическим слухом, будет так. То есть я чувствую, я вдыхаю, я плачу, я играю вверх громче, вниз тише. Получается тогда другой смысл. Он отделен от того. И вот это, кстати, вопрос, с какой дистанции играть Баха. Играть его близко, вот как бы через себя, или как бы чуть-чуть со стороны, но настолько включенно сейчас, это сложнее, потому что слух настолько мощно включается, что у вас уже начинает гореть голова. Потому что слушаешь как бы каждую ноту. Все чувства сейчас напряжены и пределы. Но только я чуть-чуть дерну где-то интонацию или сыграю там больше-меньше именно в динамике крещендо, получится уже не то состояние. Это как бы вот эта фуга, собственно, как и любой цикл. Это как молитва. В молитве ведь важно обращение к Богу и как бы пребывание, ну если вот как бы со стороны, в некотором определенном состоянии. Вот барочное искусство, оно все время пребывало в состоянии аффекта. И поэтому такие вот длинные бесконечные построения. В классической эпохе, как бы, ну, условно говоря, мир упал, да, есть Моцарт, а Бетховен открыл вот это бешеное мангеевское крещендо, да, чтобы снова достичь кульминации, снова выйти в небеса. Но это уже как бы пуск земли. А барокко они там уже пребывали, там находились. Поэтому такая вот музыка иногда даже когда слушаешь там того же Орландо де Ласса и того же Палестрино, ты даже не сможешь их отличить одного друг от друга, потому что они писали практически одинаковую музыку. Там, скажем, Телемана, Волтановый концерт Телемана от какого-то еще современника. Потому что я делал такое же дело, как и ты. Мы все служили Всевышнему. А у Баха это мастерство, оно достигло высочайшего пика, и благодаря вот этой полифонии, искусству полифонии и отточенности языка. Вот, поэтому, чтобы войти в этот звук баховский, нужно уши, не только оба уха настроить, чтобы они работали, а еще научиться слышать вот так вот по звуковысотности. Еще разочек. Всю тему. Thank you.
я забыл сказать. Да будет на все воля твоя. Или символ предопределения. Вот этот ход. Очень часто этот ход вообще завершает многие произведения Баха. Да? То есть Бах как бы ставит волю Всевышнего на первое место. То есть не я хочу, а как скажет Всевышний. Еще в конце даже спросит это мажор. А здесь у нас фуга заканчивается очень так вот как бы строго, да, то есть просто строгая трёхголосие. Вот, значит, здесь этот символ предопределения, где у нас встречается? И еще 16-й такт. Особенно в своих органных прелюдиях. Там он так играется с числами. Очень рекомендую почитать статью Ефесейского. Я, по-моему, тебе вот давал, да, об органной книжечке. Насколько там игра числовая с БАЦХ, Йоганн Себастьян Бах, как зашифровывается количество. То есть каждой букве, каждая буква имеет свое числовое значение. То есть А это 1, Б это 2, ну и так далее по алфавиту. И вот Бах, сочетая Б, А, С, Х, там получается 42 такта, потом 72 такта, потом 144 такта. То есть он делает просто математическую структуру из символов своего имени, там, или полностью Йоганн Себастьян Бах. То есть это сумасшедшая игра. Или там тема произносится 14 раз, дважды по 7. Голова пухнет, то есть туда лучше как бы не ходить, этого и так достаточно. Но когда начинаешь разбираться и видеть, какая математика вообще у Баха, совершенно потрясает. И даже не зная всего этого, какой есть язык. Хорошо, значит, давай сейчас ты поиграешь по голосам. Это один и тот же важный вид работы. Как мы сейчас играли имитации в прелюдии, в фуге мы сначала ученики, прежде чем соединить, они сдают голоса, желательно наизусть. Но если не получается наизусть, тогда по нотам. Ну, стараемся, чтобы наизусть. И пара голосов. Сейчас Вика сыграет любую пару голосов, которую вы попросите. Есть три пары. Два верхних, два нижних, верхний и нижний. Вот предложите любую пару, попытается Вика сейчас. Верхний и нижний. Thank you.
вот здесь, получается, мы старались сейчас обоими ушами играть, так, чтобы каждое ухо было независимым. Но не все получалось, да. Особенно там, где вот произнесение фигур. Ну, достаточно такое непростое задание. И сейчас мы еще разочек, ты так сыграешь, а я тебе сыграю средний голос. И сейчас я тебя попрошу, чтобы ты еще больше включилась именно в голосоведение, чтобы у тебя каждый голос был независимый. Вот как две параллельные линии. Я сыграю средний голос, и мы попытаемся реализовать ту полифонию, которая здесь нужна. Я начинаю так, как я сыграю. Абсолютно свободно, потому что Бах мог писать, он мог импровизировать даже шестиголосную фугу. Вот это мышление, наверное, самое трудное, что, чтобы освоить вот этот самый первый этап. А самый последний этап, вот все-таки к чему хочется прийти вообще в работе, ну, с Виком это частично как бы уже пытались затронуть, когда ты забываешь школу, потому что школа становится чем-то твоим родным, как ты забываешь азбуку, потому что ты умеешь читать, как ты забываешь таблицу умножения, как ты уже не думаешь, что здесь я, а тут хари, ты просто сразу считываешь, как ты умеешь печатать на клавиатуре. Сначала нота, буква А, так, а где буква Я, а потом уже вот так вот печатаешь. То есть все это как бы элемент обучения. И потом уже действительно поиск высшего смысла. Я с этим столкнулся, когда исполнял первый том хорошо темперированного клавира. Первая моя интерпретация, она была полностью углублена вот в то, что мы сегодня говорили. И поэтому, когда прошло время, несколько лет, не то чтобы это было плохо, ну да, может быть, это было плохо, но это был как бы определенный этап.
И потом я задался вопросом, что меня это уже не устраивает. И, а где же сам Бах? Потому что Бах, он не живет в школе. Бах живет где-то очень далеко. И вот этот путь, который пришлось преодолеть от знания, вот, то, с чего я начал, как бы прийти к тому, что ты ничего не знаешь, и попытаться снова обрести Баха, но уже в каком-то другом состоянии. И для меня было важно, чтобы каждая прелюдия и фуга, вот мы же играем хорошо темперированно, да, темперация. То есть темперация – это подразумевает настройку инструмента, да, потому что тогда инструменты не были равнотемперированно настроены. И Баху даже приходилось между прелюдиями и фугами перестраивать свой клавир, чтобы он мог строить в тональности. Сейчас вы поймете, к чему я говорю, что вот эта мезотоническая настройка инструмента, она по терциям, она еще была неравно темперированная, поэтому не все тональности звучали одинаково чисто. Вот, уже в более далеких тональностях наступала фальшь, поэтому надо было специально под них перестраивать. Но также темперация, есть понятие темперация самого человека, то есть когда сам человек настраивается на эту музыку, входит в каждую из тональностей, ведь каждая тональность – это определенный мир, определенное состояние. И вот был такой теоретик, Бах знаком был с его трудом, Маттезон, он описал практически все тональности. То есть каждая тональность – это определенная краска, определенное состояние и определенный аффект. Вот ре минор вызывает такой аффект, до минор он строже. Ре мажор светлый, аллилуйя, да, то есть хочется петь. Такой же праздничный си бемоль мажор. И си бемоль минор, когда вот, допустим, восхождение на Голгофу. И вот все 24 прелюдии, моя вот из последних задач в последнем исполнении, была в том, чтобы каждая она светилась по-разному. И вот еще тоже мысль, что Бах ведь все равно был человеком, несмотря на весь космизм его мышления. И вот и человеческое и божественное, оно должно сочетаться. Потому что можно из исполнения сделать такую как бы очень музейную, слишком музейное исполнение, когда все архитектурно правильно, это должно быть, когда абсолютно четкая артикуляция. Но в этом исполнении нет жизни. Да. Потому что вот жизнь и горение, горение этой музыкой, она и определяет тот высший смысл, который сам Бах закладывал во всю любую музыку. А говорил он так, это слова Баха, что конечная цель всякой музыки, конечная цель генерал-баса, как и всякой музыки, это служение славе Божьей и освежению духа. Там, где это не принимается во внимание, там нет настоящей музыки, а есть дьявольская болтовня и шум.
Так Бах говорил о музыке. Вот насколько мы способны приблизиться к этому, мы с Викой пытаемся. И я тоже пытаюсь, потому что дорога мастерства, она бесконечная. И главное все время по ней идти, никогда не останавливаться и достигать высот, а потом откроется еще, еще и еще. И этот процесс прекрасен. Вот на этом, пожалуй, мы и закончимся. Спасибо за внимание.